Весомые технические достижения, значимые страницы истории отечественной промышленности связаны с легендарным судостроительным заводом «Красное Сормово» в Нижегородской области. Многие годы его возглавлял почетный кораблестроитель Николай Сергеевич Жарков. Под его руководством реализованы проекты по укреплению боевой мощи нашей страны, в том числе по созданию атомного флота России. Москва, Кремль. Все торжественно, официально и более чем заслуженно. 58 лет проработал Николай Жарков на Красном Сормове. После Ленинградского политехнического института прошел путь от строителя судов до директора завода. Как признается сам Николай Сергеевич, и не думал раньше, что можно столько лет ходить на работу. В кабинете я ничего не делал с самых первых дней, потому что только на рабочем месте можно убедиться, какая ситуация и что надо сделать, чтобы было сделано, понимаете как. Проверяю гражданские суда, это один цех. Спецтехнику проверяю, другой. Металлургию, третий. Машиностроение, четвертый. У меня, кстати, вот немножко не зарегистрировано, вот такое расписание, график, по которому я работаю. С именем Николая Жаркова связаны самые громкие страницы истории завода «Красное Сормово». Выпуск атомных и дизельных подводных лодок, техническое перевооружение завода в годы перестройки, создание танкеров и сухогрузных теплоходов «Река-море». Уважаемый Николай Сергеевич, есть знаменитая поговорка «Награда нашла своего героя». Думаю, она как нельзя лучше подходит к сегодняшнему событию. Вы легендарная личность не только для судостроения Нижегородской области, но и страны в целом. Под вашим руководством было построено около 400 судов, в том числе более 100 подводных лодок, которые составляют гордость российского флота. В самые сложные для отрасли годы вы сумели сохранить ряд ключевых производств, занимали принципиальную позицию, отстаивая интересы государства. Жарков Николай Сергеевич до сих пор продолжает в качестве советника. Он каждый день идет на работу. Он раньше всех приходит на завод. Это удивительный человек. Еще раз говорю, мы должны просто гордиться такими людьми. Особая гордость судостроителя Николая Жаркова – уникальное производство атомных подводных лодок из титановых сплавов. Мы построили 4 атомных подводных лодки полностью 100% из титанового сплава. Это единственный завод в мире, такого никто же не достиг. То, что надо было освоить сварку, обработку титана. Без преувеличения можно сказать, Николай Жарков знал технологию производства от и до. Он лично присутствовал при подводных испытаниях глубоководных аппаратов. Провел под водой более 2000 часов. И сейчас, 82 года, Николай Жарков искренне болеет за родной завод. Огромная честь, что сегодня я стою вот на этой трибуне и получаю награду не мне, а всему коллективу завода «Красное Сормово». Мы этим очень дорожим. Мы конкурентоспособны. Мы готовы выигрывать тендеры, которые нужны для строительства судов. У нас единственная просьба – помочь нам с работенкой, как мы говорим. Мы можем делать еще больше. Мы можем и должны работать. В России должен быть флот. И мы должны всем этому служить. Ирина Стефанюк, Александр Фомин. Время новостей.